какие здесь странные стулья. Вот это в театре Калягина мы сейчас. Ну, 15 ряд. Вот я в 15 ряду сейчас. Обратите внимание, здесь стулья какие-то разные. 15 ряд партера. Место 7. Вот, например, место 7. Вот, почему видите? По-моему, стулья здесь расположены. Ну, наподобие как кирпичная кладка вот делают. Ну, это хорошо продумано. Что вот я сейчас сижу. И вот получается вот моя рука напротив. Получается вот я сижу между как бы сиденьем. Между других двух кресел напротив. Вот. А там уже по-другому. То есть кто вот здесь вот сидит, он соответственно вот тут. Вот, получается голова ему не так сильно будет мешать. То есть здесь в этом плане продумано в этом театре. Видите, как и стулья еще все сделаны по-разному. Вот это 15 ряд, место 7. Вот 15 ряд, место 1. Четвертое место. Ну вот, чтобы было понятно, вот какие здесь сиденья. Это 4 разных кресла. Вот здесь такое, здесь вот такое. Там уже вот такие. Вот, чтобы было понятно. Четвертый ряд. Четвертое место. 14 ряд. Вот 13. Сейчас к 12 мы зайдем. Будем сядем за это же. Место 6. 12 лет, место 6. Вот так вот видно. Вот видите какие кресла. Ну, пойдем чуть-чуть поближе. Во время спектакля мы не фотографируем, но поклон, когда дух. 11 ряд. Место 6. 11 ряд. 11 ряд, место 6.